Друзья, всем привет! Я нахожусь сейчас в магазине ОКЕЙ. Давайте посмотрим, что здесь интересного есть к Новому году в посуде, в декоре, в текстиле. Цена есть не на все товары. Например, на вот такой фарфоровый салатничек маленький я цену не нашла. Из этой серии есть еще большие блюда. Тоже фарфор за 700 рублей. А вот такие салатники. Тоже 700 рублей. Вот эти за 600. Новогодние стаканчики в виде шаров елочных для напитков с пластиковыми трубками стоят 400 рублей. Это сервировочные доски за 289. Все с надписями Merry Christmas. Есть елка. Ну, прям каждый товар не будем, конечно, смотреть. Самое только такое интересное, красивое. Смотрите, какие шикарные бокалы. Очень красивые. 800 рублей вот такой бокальчик. Цены, конечно, такие себе. Ну, хотя бы посмотрим на красоту. А вот этот высокий стоит 500 рублей. Если я, конечно, не ошибаюсь, потому что к некоторым товарам здесь цена, а для некоторых нужно смотреть отдельно. Вот, посмотрите. Потому что я могу ошибиться. Посмотрите, какая красота. Очень красивая. Такой, скорее всего, 1000 рублей стоит. Давайте еще с этой стороны посмотрим. Ну, а как вам вот такой фужер для вина? Сейчас, друзья. На высокой ножке. 385 миллилитров. Я даже не могу найти такой объем. Вот тут с ценами, конечно, нужно смотреть. А как вам вот такого цвета бокалы за 600 рублей? Руби называется. 390 миллилитров. Даже не знаю, какой лучше, голубой или вот такой цвет. Мне все нравятся. Мне нравится только цена. Так, ну а здесь стаканы квадратные. Как будто бы ледяные. Золотой каймой. 999 рублей. И я не вижу, чтобы это было несколько штук. Это именно один стаканчик в такую цену. А здесь у нас минажницы на, скорее всего, бамбуковой подставке. Сами они фарфоровые. 899 рублей вот такой вариант стоит. А вот эта елка за 1589. Фарфоровые кружки называются новогодний свитер. 400 миллилитров, 240 рублей. Есть и красные, и белые. Ну и рисунки тоже можно подобрать. Хорошенькой формы. Мне нравится такая форма кружки. Она какая-то уютная. Ну, вот такие варианты очень похожи на фикс-прайсовские. 419 рублей стоит. А вот эти неплохие. Смотрите, есть снегири. Так, сейчас как бы мне взять какую-нибудь в руки, чтобы вам показать. Просто рисунок с одной стороны, это очень неудобно поворачивать. Вот такая прелесть. Матовая она снаружи, внутри глянец. 270 рублей, 435 миллилитров. Ну, здесь в основном шишки и птички. Вот такая еще птаха есть с планшетом и зимние рисунки. Ну, из этой серии есть еще вот такие варианты с Дедами Морозами, с надписями «Счастливых новогодних каникул».
Ой, вот эти красивые. Вот как мне понять, что это такое? Откуда это? Пастила. Называются они пастила. И на них нет цены. Я не знаю, где смотреть. Вот видите, с таким названием даже нет. Но кружки красивые, и цвета красивые, и внешне красивые. Ну, а вот такие, наверное, понравятся любому мальчишке. 279 рублей. Динозавры и планеты. Вот они тут разные. По цветам, по рисункам. Хорошенькие. Будем смотреть все в разнобой, то посуду, то текстиль. Вот как тут разложено все, так и будем идти. Новогодние полотенца с новогодними принтами. 40 на 70 сантиметров, 100% хлопок, вот такие кухонные. За 90 рублей. Опять же, невозможно нормально посмотреть цену. Вот такая скатерть, 100% хлопок, 120 на 145 сантиметров. Зимние рисунки. Ну, примерно, я так думаю, 227-40. Более-менее подходит размер. Есть еще один вариант цены, но за 350. Но тут 120 на 150. Как разбираться, я не знаю. В общем, вот, смотрите. 120 на 145 сантиметров. А вот такие расцветки еще. Вот такое кухонное полотенчико, маленькое, 35 на 60 сантиметров за 60 рублей. И вот здесь наборы, я смотрю, кухонные, символ года, прихватка 18 на 18 и полотенце 38 на 60. Два варианта. Смотрите, какая тоже красота. 100% хлопок, я так думаю. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Очень мелко написано, да. Нет, смотрите, хлопок 50%, лен 50%. Забыла сказать, кстати, этот набор стоит 330 рублей. Декоративные подушки, называются мультяшка. 38 на 38 сантиметров, материал габардин. Тут разные дракончики, но все очень даже миловидные. Есть снегири. Ой, снегири, господи, птички. Все, у меня как зима, у меня одни снегири. Смотрите, какая замечательная лиса. Красивые подушки скользят. Так, еще кого вижу я? Ой, какой красавец-то. Енот. Хорошенькие. 299 рублей. Набор небольших махровых полотенец. Двух цветов, 30 на 60 сантиметров за 330 рублей. А здесь уже подушки декоративные из габардина за 300 рублей, 38 на 38. Пледы есть, 150 на 200. Тоже зимняя тема, а звездочки. А здесь олени, смотрю, какие-то веселые. Так, с оленями стоит 800 рублей. Ну, в принципе, это тоже так же стоит. 100% полиэстер. А вот здесь как раз скатерть сходится с ценником. 125 на 145 сантиметров. Рогожка за 600 рублей. Кухонное полотенце 90 рублей. Прихватки. Отдельно есть рукавички. И вот такие еще прихватки. 180 рублей. Одна цена. Подушки за 250. Рогожка. Новогодние игрушки тоже выставлены, но у меня почему-то нет уже желания смотреть все, делать отдельное видео. Я думаю, мы уже насмотрелись из разных магазинов. В принципе, ассортимент практически такой же везде. Только может цена отличаться. Набор формочек для печенья за 230 рублей. Металлические елочки. Можно глянуть, в принципе, игрушки ручной работы, стекло. Давайте посмотрим. Здесь прям есть огромные, вот как эта птица, например.
Так, гномы стоят 330 рублей. Высота 10 сантиметров. Вот эти птички 389. Щелкунчики за 470. Драконы 480. Так, вот это кто? Белочка? Или кто? Или... Мне кажется, это белочка. 600 рублей. Да, белка со звездой. Ой, какая прелесть. Смотрите, чебурашка есть. 700 рублей. И вот такие расписные шары. Белки, драконы за 600. Вообще здесь, конечно, много красоты. Есть на что посмотреть. Так, сейчас покажу вам. Смотрите, какая красота. 300 рублей стоят они. Вот это вообще огромные шары. С Дедом Морозом есть. И со всякими зверятами. 470. 400. Ну, тут все внизу показывать не совсем удобно. Давайте посмотрим вот это что. Деревушка. 270 рублей. Очень много драконов. На прозрачном фоне. На цветном. За 220 рублей. За 200 рублей есть. Разные. Ну, опять же, вот эта фирма Коломеев. Смотрите, какой красивый дракончик. 270 рублей. Ну и, конечно же, снегири. За 350. А в декоре тут немного всего, конечно, но самое такое покажу. Смотрите, какой замечательный поднос с зеркальным дном, с птицами, металлический, металл не хлипкий. Стоит 960 рублей. 28 на 28 на 5,5 сантиметров. Кто любит золото, поднос действительно красивый. Немного ваз. 380 вот такие небольшие. Побольше за 600. Все с бантиками, прям нарядные. 500 рублей вот желтые. А вот эти за 700. И есть прозрачные за 260. Высокие, ребристые, 720. Так, такие 400, ну, 399. Так, вот такие за 400 разных форм. И вот эти, наверное, это керамика. 600 рублей. Есть черные и белые. А вот это, наверное, LED-светильники. Красивая форма такая. 1199. Так, как мне вот этот-то показать с листочком? Хочется же. Ну, думаю, вам понятно, видно. За 1009 рублей. Опять мы забрели в посуду. Очень много термокружек. За 500 рублей, за 600. Разных форм. И объемов. Заварочные чайники. Это стекло и пластик. 1499. Литр 800. Есть поменьше за 1300. Так, где-то я видела какую-то красоту. А вот, смотрите. Вот такой еще вариант есть. За 1500 рублей. Так, объем у него 350 миллилитров. French Press. Ну, а вот это так вообще произведение искусства. Посмотрите. Чайник заварочный. 899 рублей. А литр 800. С металлической крышкой золотой. Фирма Талер. Какую знакомую вещь нашла. Смотрите, декантер. Но здесь он немножко поинтереснее, потому что у него вот такие есть рельефы на стекле. Правда, они внутри. 1300 рублей стоит. Вот эта серия тоже неплохая, но это уже фарфор.
тарелки тяжеленькие по сравнению с опаловым стеклом. 349 рублей большая, поменьше за 300. И салатник тоже 300 рублей. Фарфоровое блюдо для подачи. Большое за 800 рублей. Цвет молочный. И есть точно такой же, но уже поменьше. За 600. Банки для сыпучих продуктов. Скорее всего, это керамика. Если вы тут видите на ценнике. Да, керамическая. 800 миллилитров, 500 рублей. И вот это больше по объему. 1200 миллилитров за 600. Ну и кому нужны баночки сборсиликатного стекла с бамбуковыми крышками. Здесь тоже имеются. 400 рублей, 500 рублей. И вот эти идут по скидке за 250 и за 300. Ну а здесь уже пластиковой посуды много, стеклянных кружек с новогодней тематикой, с драконами, например, 100 рублей, есть за 90, пивные стаканы 90 рублей, тоже все с драконами, что у меня сегодня резкость не наводится. Вот эти большие за 170 с ручками. Ну и контейнеры всевозможные пластиковые 130 рублей, 149. Банки для сыпучих продуктов за 190. А вот эти большие за 220. Рисунки, конечно, красивые. Такие за 100 рублей. И салатники есть с крышками за 190. И за 220. Музыка орет. Надеюсь, меня не забанят. Разделочная доска. Пластиковая. Но это картинка вот здесь. А так она просто зеленая. Стоит 230 рублей. Поменьше 220. Пластиковое это все. Здесь у нас красивое стекло. Всякие салатнички. Это похоже на черенок от лопаты. 260 рублей. Может, оно и есть. Не знаю, что тут пытались изобразить. А вот такая, например, за 170. Длинная за 270 рублей. Блюдо-звездочка. Тоже стекло. 400 рублей. Елка. 300. А вот такая за 400. Сахарница стеклянная с крышкой 500 рублей. Тут целая серия, я смотрю. Салатник на ножках за 370. И вот такая елочка за 360. А это уже набор салатников. Две штуки. Кстати, очень красивые. С гранями. 380 рублей. Есть стеклянная разделочная доска или доска с новогодним принтом. 20 сантиметров диаметр за 190 рублей. И вот из этой серии только большой салатник. Смотрите, вот такой. За 600 рублей. Что здесь есть еще интересного? Это стеклянное блюдо 25 на 25 на 3,3 сантиметра. Тоже 600 рублей. Ну, а эти бокалы, которые я показывала вначале, конечно, сражают на повал. Уж очень они красивые. 500 рублей. Вот здесь более понятна цена. 600 рублей вот такие. За 500 эти. Обалденные, конечно, бокальчики. Красивые. Есть еще наборы. За 1500 6 штук. А вот такие.
1099 для вина. Тут их две штуки, что ли, не пойму. Да, две штуки по 500 миллилитров. Ну и вот для мартини здесь уже 6 штук, 280 миллилитров за 1500. Кружки в подарочной коробке с наилучшими пожеланиями, надписи на русском, 300 рублей, фарфор. И посуда от Luminarc, вот такой огромный набор, что сюда входит, и тарелки, и кружки, и блюдца к ним, и графин со стаканом. 46 предметов за 5000 рублей. Ну, это опаловое стекло, я так думаю. И доски разделочные еще. Вот прямоугольные есть универсальные. И стоят они, кстати, недорого. 100 рублей. 30 на 20 сантиметров. Друзья, я уж думала, не найду очередную коллекцию котиков. А вот она. 200 рублей. Фарфор. 350 миллилитров. Коты разные. Все в зимней одежде. Как вам вот такие еще? Украшены гирляндой. Вот эти так вообще интересные формы. Есть варежка, новогодний носок, елка, шапка. 170 рублей. Так вообще стильно смотрятся кружки за 130 рублей. Фарфоровые, 330 миллилитров. Тут что-то интересненькое еще увидела. Такой интересный набор для выпечки. Здесь есть формы и скалка. Форм две штуки и небольшая маленькая скалка. 800 рублей. А для печенья формы за 300. Причем разные тут фигурки есть. Ангелы, человечки, елки. А вот это мне интересно привлекло. Смотрите, какая красивая штукенция. Это, по-моему, пробка для бутылки, да, елка. И к ней можно еще купить кольца для салфеток. Тоже елки, две штуки в наборе за 600. А пробка за 400. Ну, красивая. Стакан для напитков за 400 рублей. 450 миллилитров. Скорее всего, это полистирол. И новогодняя ложка. Бамбуковая. С подставкой для нее из силикона. 430 рублей. Вот здесь еще чуть-чуть не посмотрели. Уже собираюсь заканчивать обзор. А, вот такая разделочная доска. 180 рублей с Новым годом. И тарелки. Тоже, наверное, это фарфор. Да, 26 сантиметров диаметр. Новогодние часы. 430 рублей. Фарфоровое блюдо. Елка за 500. Красивые подарочные мешочки. Где-то в составе лен, где-то полиэстер. Вот такой, например, за 300 рублей. Есть с Дедом Морозом. Это тоже 300. Снеговик. И есть побольше. Вот этот смотрела по составу лен. Стоит он 199 рублей. Самый маленький за 80. Ну и всякие сапожки, носочки для подарка. 350 рублей, 200 рублей. На этом все, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Надеюсь, вам понравился обзор и вы что-нибудь для себя присмотрели. Пока-пока!